Москва. Я так не очень не различаю. Москва, там, Петербург. На меня как-то площадки больше действуют. Вот на такой площадке это полная неожиданность. Понимаете, это, в общем, входит в этот год, странный год. Да. Ведь когда я дал согласие на этот концерт, то тут была такая, значит, такая бляха внизу, правильно, да, мы приехали, да, и мне сказали, вот тут будет гениальный японский какой-то, да, проект, да, с какими-то колоннами куда-то уходящими туда в небеса, по новым типам архитектурного проектирования и возведения, правильно? Но. Все так говорили, да? И что это будет особый новый зал, не похожий на эту трескучую, эту современную архитектуру, да, правильно, да? Вот, и он будет уходить высоко, и какие-то там потолки, уже чистая музыка. И в этом зале я буду открывать вот этот новый проект. Понимаете? То есть, иначе говоря, такого я никогда не предполагал. Вот. А когда потом сказали, проект вроде не успевают, но вот все равно ваш концерт должен быть, поскольку вот так вот надо показать этим важным людям. Важным людям показывать. Очень важно. Это новая эпоха. Показывать важным людям. Вообще эта музыка, по сути дела, вся, весь год, эта музыка написана не трагическая, она написана на сплошном истязании меня. Вот, если вот буквально, это я уже не писал, а мои абсолютно доведенные до истязания жилки, прожилки, сухожилия, уже там ничего, кроме истязания, нет. Вот. Притом началось это весь год этого истязания, как ни странно, с прихода какой-то некой уборщицы. Вдруг это смешно, но это истязание. И оно связано с этим залом, с искусством. Я иду на свою дачу, идет электроток и говорит, у вас приехала с Белоострова уборщица по решению этого депутата. Она так сказала, а он знает, что это за уборщица. Да? Я терпеть не могу, когда за мной ухаживают, там мусор убирают, я сам не убираю ее сразу, но потом я убираю, да, потом я убираю. Вот, ну, вижу, такая здоровая девица, лет 26-27, вот, она таскает мои мусорные мешки, да? Ну, я, конечно, вижу, женщина таскает мешки, но это не по моей психологии, чтобы я разрешил женщине таскать мешки, да, ну, в жизни я не могу. Я перед ней начал прыгать буквально. На коленях, прочих, она все таскает. Вот. А дальше я совершил неожиданный поступок. Она тащила огромный, я подошел и поцеловал ее в руку. Все. Вот тут и все и решилось. После этого я получил письмо, что у меня невероятно мягкие и нежные губы. Все. Вот тут-то и пошло. После этого оказалось, что эта девушка, это первое истязание уже из которого, после этого оказалось, что девушка знает всю мою музыку кино, и не кино, наизусть. И очень воспринимает ее. Да? Кроме этого оказалось, что она обожает Тарковского, да? Читает Владимира Соловьева. Да? Вот. И дальше я получил письмо такое, что моя музыка очень чистая, нота необычайная. Она понимает, что я должен быть убит, и она себя должна убить, и мы вместе должны закрыть астральный круг. Понятно? Вот такое письмо.
Оно у Петровского. Оно у Эрмитажа. Да. Так и родился этот концерт, да, Олег Николаевич? А? Так и родился этот концерт. Да, вот это и родило балет. Новый вот балет. Вот это и родило балет. ПДД. Да. Вот это и породило. Вот с этого начался балет. Когда она начала мне писать регулярно такие письма, а дальше еще хуже, что я и Раскольник, что она пишет мне музыкально, все пишет. Точно, она и играет, и поет, пишет мне арию Марфы. Нет, не арию, ну, вот этой, как ее, которая Дисифею поет, Марфа. Да. Вот, полный текст. А дальше еще немного подожду и начну поджигать твой дом. Ну, страсти. Понятно? Да, притом она может поджечь. Да, а балет продолжается. А я начинаю сочинять балет. И так в программе появилась «Лебединая опера». Да, 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 да. Потому что только музыка меня начала спасать. И бессонные ночи сплошные. Я боюсь, меня подожжут. Вот. Каждый раз я вытягиваю в понедельник это новое письмо, еду в Эрмитаж в ужасе. Потом, ну я уже не буду ее личные, там, половые всякие эти самые искренности, потому он читал, по-моему. Потому что их просто брезгливо читать. Но это как может женщина такое писать, я вообще не понимаю. Вот. И вот такие письма, и литература, и Тарковский, и все, все приносилось ко мне. Вот. Балет уже шел. Вот эта вся музыка, она на истязание написана. Но истязание переходит в балетное дело, как ни странно. Вот эти движения, они могут быть как боль, как истязание у обыкновенного человека, а у гениального они делаются гениальными. Наоборот, они... Как бы от истязания он уходит в какие-то через истязания. Вот, он уходит наоборот, в отсутствие физиологии. То есть он освобождается от истязания, остаются чистые струны. То есть наоборот получается, понимаете? То есть это уже вы, когда ты доходишь до этого, то получается чистая агония. Это уже вот такое предсмертное, значит, чувство, когда все делается светлым и начинается на этих струнах совершенно неистерзанная музыка. Поэтому на этих истязаниях у меня музыка никаких истязаний не несет. Она вся абсолютно чисто струнная. Понимаете, чисто смычково. Вот у меня, видите, рука на истязание, она ничего не несет. Вот. Ну вот это, значит, одно. А дальше удивительно, значит, я поехал как раз вот сюда, на этого Японию смотреть. Да, приезжаю домой, а у меня вот такая елка, красавица. Вот такая. И высокая ель в саду, да. Приезжаю вечером. Смотрю, вхожу, елки нет. Даже сейчас трудно вспоминать. Не могу. Не надо, Олег Николаевич. Нет, нет, я все-таки скажу. Подхожу, смотрю. Аккуратно разобранный забор. Да? С той стороны богатый. Новый поселенец. Ему мешала близко елка к его бане. Он вошел в мою территорию и срубил елку. Да? А елка была любимая елка моей мамы. Вот, мама моя была инсульт. В эту ночь я случайно не умер. У меня началась аритмия. У меня сердце вот так. Так мы сделали концерт, да, Олег Николаевич? Да, да, да. Первый раз в жизни. У меня очень хорошее сердце, потом проверяли. У меня нет ни склероза, ни сосудов, ничего. У меня юное сердце. Но я его спас музыкой.
опять-таки, я выправил вот эту аритмию и давление там с музыкой. Но я до сих пор не могу опомниться. У меня вырубили любимую мою ель. Притом, когда я заинтересовался, зачем же, на меня смотрит с улыбкой богатый человек и улыбается. Все. Он даже ничего не говорит, улыбается. Вот. Олег Николаевич, вот вы говорите... Да, ну подождите. Да. А дальше пошло совсем страшно. Это и слезами полными. Ко мне пришел режиссер могучий. А это вы можете все выкинуть. Я умираю, я хочу, чтобы вы знали, что музыка пишется. Не так просто, она связана. Ко мне пришел режиссер могучий, что ему нужна только моя музыка, потому что он ставит Кавку, а я чувствительная, да, Кавку. Представляете, Кавку ставить, это же такая штука, заколдованная по своему психопатическому состоянию, да? Вот, а тут я так, между прочим, ему там что-то болтаю, отвечаю, и напел своим голосом симфонию девятую Малера. Казалось, что вот девятой симфонии Малера очень много предвосхищения Кавки. А действительно так. Тогда и Вагнер, и, значит, и Малер, все понимали, что Европа постепенно выдыхается. И что она предрешена. Вот она сейчас уже не существует, как Европа. У нее нет ни европейского духа, ничего. И вообще Европа, я потом только понял, что Европа жила в основном за счет восточных мелодий. И что не столько Вагнер брал, то есть не столько Бородин брал от Вагнера, сколько Вагнер брал от Востока. И вдруг вот тут есть музыка, в которой я соединяю Восток с Вагнером без эклектики. Это гениальная вещь, когда я соединяю Граля, Ленгрин, и одновременно Бородина, квартет. Это так страшно, это такое истина. А дальше я показываю, что все мелодии этого Европы, они все имеют одну и ту же притяжку. Вот какую-то грусть у них, она очень узкая, очень психологичная. И поэтому они исчерпались. И я играю всего Шопена, всего Шумана. И все мелодии одинаковые. Все имеют одну и ту же опестованную грусть. И рядом играю Восток. Такая красота. Такая свобода. Такое чувство грусти, которое широчайшее, неиссякаемое. Она и туда, и сюда. И все равно грустна. А те прямо держат. Вот если грудь уж пошла... Или вот такая везде грусть, вот вовнутрь. Вот такая грусть. Или это. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Благородная грусть. А грусть не должна быть благородной. Она, если она настоящая грусть, то уже она не может быть неблагородной. А Запад все время заботится, чтобы грустно было и классично, и благородно. А Восток, он настолько чист, благороден врожденно, что ему не надо заботиться о том, чтобы скрывать свою врожденную порочность. Европа вынуждена ее скрывать. Вот, и эта музыка, вот этот балет, который идет, балет, он посвящен в основном вот этому делу. Восток и Европа. Вот этот балет, я вот почему и говорю, это балет неспроста, это Восток и Европа. Это я показываю, как без эклектично я могу перейти
с востока на Вагнера и обратно. Там Иван Грозный вот такой. Вот. И Петр Первый хорошо. Да. Вот. А дальше пошло с этим Кафкой. Но уже я про Кафку ничего не буду говорить, да, поскольку это уже настолько перешло за все грани режиссерского приличия, что это не мое дело вливать грязь в народ. Вот. Но Могучий меня истязал. Я так и даже не знаю, что он со мной, с моей музыкой делал. Меня не пустили в Германию. Понятно, я не видел. У меня договор на эту музыку. Я должен был ехать его. Меня не пустили в Германию. И мне в конце сказали, что я виноват, что я не приехал. У меня визы не было, ничего. Что Могучий лежит в прединфарктном состоянии из-за того, что я... Он платит неустойку из-за того, что я приехал, не приехал. У меня не было ни визы, ничего они не делали. Вот это я уже не понимаю. Это только ум свернутый может мне такое по телефону сказать. Я во всем еще и виноват. Вот тут у меня началась бессонница. И я погибаю до сих пор. Меня истязает бессонница. А это страшно. Вот он знает, вот Болин знает. Вот эта вся бессонница пошла в эту музыку. Вот сегодня концерт – это посвящение моей бессоннице. Все, я вам все сказала. Ну да, все, да. Пойдем сюда.